Всем привет! Продолжаем мы собирать наш экскаватор. Вот это рама, центральная рама, вот которая длинная. Там варена втулка. Ну, это там были видео выложены. Значит, вот эти все детали, которые мы показывали, как мы их готовили, мы вот таким образом собрали в кучу. Сверху втулка с вкладышем, снизу там втулка с вкладышем. Отсюда не видно, наверное, это с другой стороны. Вот пластины. Все это мы сцентровали по втулочкам. Вот палец. Для стрелы вот этот палец. Этот палец для цилиндра стрелы. Вот таким образом. Здесь вставлены такие шаблоны. 80,5 миллиметров такие. И здесь вот будет стрела между этими щеками ходить. Вот собрали мы все в кучу. Сейчас будем проваривать. И уже потом вот этот узел разрабатывать, доводить. Все покажем позже.